лагерные свидания проходили в особом бараке. Это комната, две кровати с панцирными матрасами, столик, три колченогих стула и, на удивление, радиола с набором пластинок того времени. Это, конечно же, было таким скрашивающим мелодическим началом в том, что происходило в этих стенах. В зависимости от поведения заключенного, свидание предоставлялось от одних до трех суток. При этом, по той же причине, без вывода на работу, то есть с полвосьмого до полшестого, либо с выводом на работу. И между тем, свидания эти, которые на строгом режиме было положено только одно в год до полсрока, а по половину срока два свидания, ожидались, не знамо как. В большинстве своем мы были молоды, любили и были любимыми. И вот стихотворение. Я жду тебя в наскучивших стенах, а где-то там, в пространстве октября, как птица райская, превозмогая страх, взлетаешь ты на зов государя. В осеннем небе, просекая дымку, грустящую над Суздальской землей, ты грезишь комнаты, где под пластинку я обмирал, склоняясь над тобой. В твоих глазах, потерянных от счастья, в славянских льнах, спадающих волос, губами жадными я постигал согласие любви и ревности, шипов и роз. И уступала ночь круговращенью объятий, шепота, счастливых слез. А за окном, по злому наущению, бледнел разлукою предутренний мороз. Помню, после одного из свиданий, оно проходило где-то на исходе октября, уже такое ощущение предзимья, мне после ее ухода можно было еще полтора часа побыть в этой комнате для свидания по истечению положенного срока свидания. И, конечно же, я воспользовался этим. И вот она ушла. Можно себе представить, что вот только что рядом, глаза, прикосновение и пустота. На столе ее фотография, которая помещена в моей книге «Горюша моя ясная». Тут же раскрытая книга Ахматовой «Бег времени», которую она привезла мне. Это было тогда, о, как непросто ее достать. И вот эта книга осталась на столе раскрытая. И я сидел, глядя за зарешеченное окошко, в каком-то подавленном оцепенении. И Боженька утешил меня. Чем же, скажете вы? Снегопадом. Снег повалил разом, хлопьями. И для меня это было тем ощущением детства, молодости, потому как всегда вот это соитие с неба, этих хлопьев, это какое-то удивительное, сладостно-лиричное вторжение в душу. А душа-то тогда, ой, как больна была. И вот, возвратившись в зону, я написал эти строки.
четыре стены, снегопад за окном, покорного времени, долготерпения. Но нет моей девочки, и не дано наполнить минуты ее прославлением. Печально светлеет раскрытая книга, прекрасное фото, как отсвет видения того несказанно счастливого мига, что встарь называли святым единением. Когда в твоих милых славянских чертах, как фреска проглянет забытая вера, я вспомню наш город, ворон на крестах, печаль неизбывную осени серой. В разлете бровей над зарницами глаз, в цветке твоих губ с поцелуйной влагой, я вижу смиренное, не на показ, ушедшей Руси красоту и отвагу. Лицом зарываясь льняные потоки, сжимая в объятиях задрогшее тело, я благословляю реченные сроки и крест принимаю свободно и смело.